Власти Алжира подвели официальные итоги операции по освобождению заложников на газовом комплексе. По сообщениям МВД, 23 пленника погибли. Спецназу удалось ликвидировать 32 террориста. По официальным данным, спасено почти 800 человек, в том числе 107 иностранцев. Пока нет сведений о местонахождении 5 британцев и 5 норвежцев. Об этом заявили в Лондоне и Осло. Также среди пропавших без вести граждане США и Японии. Их поиски продолжаются. Военные изъяли у террористов большой арсенал оружия, в том числе снайперские винтовки, гранатометы и даже переносные ракетные установки.